К событиям в мире, в охваченной гражданской войной Сирии, продолжаются бои за Ракку. Город штурмуют отряды демократических сил, которых поддерживает международная коалиция. По утверждениям повстанцев, они уже контролируют более половины территории Ракки. Однако на полное освобождение может уйти еще несколько месяцев. Террористы используют мирное население в качестве живого щита, не позволяя выйти из города. Отмечу, битва за Ракку продолжается уже 3 месяца. По оценкам ООН, с марта там погибли свыше 300 человек.